Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Марина Жижибкина Марина Николаевна. Кузнецов Михаил Евгеньевич. Моисеев Евгений Михайлович. Александр, Беларусь. Вас как зовут? Владимир. Как вы смотрите на то, чтобы поучаствовать в викторине? Вам предлагаю ответить на школьные вопросы. За каждый правильный ответ вы будете получать 300 рублей. Как вы на это смотрите? Положительно. Отлично, за все отвечу. Хорошо. Отлично, спасибо. Здорово. Как давно вы окончили школу? Я школу закончил, я вам скажу, почти 50 лет назад. Ой, я вам сейчас не скажу. Не помните, да? 15 лет назад. Ну, я закончил школу 15 лет назад. А вы? Я еще больше. Я закончил 11 школ. Ого, даже так? А как вы учились? Ударница была. Ударница, значит, четверки, пятерки. Да. Я учился без троек. Средний. То есть без троек, да? Да. Ну, я учился хорошо. Хорошо, а вы? Средний. В первом классе меня исключили из школы. Угу. Потом я возненавидел школу. Почему? Потому что вины моей не было, так? Угу. Думаю, взрослые учителя не могли разобраться в том вопросе, который был. А было такое, идет товарный поезд, девчонки там, ребята здесь. Кто-то сказал, давай кидать камнями, кто попадет между вагонами. А раньше поезда долго ходили, так? Угу. Теперь, все кидали, никто не попал. Я кинул камень, попадаю между вагонами и в лоб девочки, которая мне очень нравилась. И что с ней произошло, с девочкой? Да ничего. Особенно ничего. Понятно. Вы готовы к вопросам? Готов. Сколько будет 7 умножить на 8? 56. Назовите столицу Англии. Америка. Не знаете? Лондон. 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 Правильно. Назовите древнеегипетского бога солнца. Вот это я забыл. Не знаете? Нет, я его знаю, но просто забыл. Не знаю. У меня еще склероз такой. Ну, не вспомню. Ра? Ра. Ра. Назовите химическую формулу воды. Химическую формулу воды? О, это вообще сложный вопрос. Ну, азлово – это не вода. Или правильно? Правильно. Азлово. 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 При какой температуре закипает вода? 90. 360, наверное. Не 100 градусов. Они сейчас считаются, в народе считаются 300 градусов. Нормально. При 100 градусах ваш ответ. Это верный ответ. 100 градусов. При закрытом помещении или при открытом? Кипение воды при каком? 100 градусов. Правильно. Да. Как называется канцелярский предмет для создания и построения углов? Угла, как угломер? Нет. Нет? Нет, 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 это тоже. Вот я знаю, вот это. Угольник? Угольник. Нет. Для создания и построения углов, это канцелярский предмет. Церковь. Треугольник. Для построения углов. Полукруглый, я забыл, как это называется. Ваш ответ? Я не могу ответить точно. Ну нет, нет, не циркуль. Не циркуль, нет. Так. Ладно. Паша. Не помните? Нет. Транспортир называется. Что такое ОБЖ? ОБЖ? В школе предмет такой. Ну, у нас такого не было.
Нет, я не помню. ОБЖ? Как расшифровывается? Да. Не помню. Но я не могу сказать. Как я знаю? Основа безопасности жизнедеятельности. Назовите самый большой океан. Атлантический, наверное. Атлантический океан. Атлантический? Северный Ледовитый. Какой правильный? То есть вот последний, вот кто? Вот сейчас кто один ответит, вот какой? Тихий или Атлантический? Какой? Атлантический. Самый большой океан Тихий считается. Тихий? У новорожденного человека костей больше, чем у взрослого. Правда это или ложь? Ложь? Нет. Неправда? Нет. Это, между прочим, ложь, мне кажется. Он правда. Что изображено на фото? Ну, это спортивный, как говорится, элемент для гимнастики. Конь называется. А еще по-другому? Конь, он другой. Конь другой, это... Вот я его забыл, как он правильно называется. Конь. По... Так, как правильно называется он? Как правильно, я не помню. Не конь это, он меньше. Да, это не конь, но называется спортивный предмет. Ты знаешь, он спортивный. Гимнастический? Предмет. Я что знаю. Для гимнастики. Вот забываю, как же он. Ну и раньше конь. Правильно, раньше конем называли, везде да. Конь. Нет, конь он другой совсем. Конь он подвижный. Да, а это как? Ну, не знаю, пони может как. Ваш ответ. Ну не бревно. Нет. Так, как он называется? По-школьному это козел. Правильно. Это гимнастический снаряд, козел. Правильно. Для которого я когда-то занимался. Гимнастический козел. Верно. Пять правильных ответов. И 1500 рублей. На что потратите деньги? Ну, я потрачу, у меня кое-что из вещей нет, каких-то, как говорится, потерянных. Лучше куплю маски. Ну, на все необходимое, правильно? Необходимое. То есть вам деньги как раз помогут? Да, и будет получиться на обувь, потому что у меня обувь маленькая, у меня 45 размер, это 45. Понятно. А как на улице оказались вообще, если не секрет? На улице везде детдомовский сад. Ага. Вот. Ну, еще так, откровенно сказать, я больше всего провел время у хозяина, понимаете? У хозяина? Да. Ну, это в зоне, ну, в семье. Ну, ясно. Это, понимаете, 30 лет я там пробыл, и там было лучше намного. Тут на этой воле знаю, где прилечь, где поспать. А там все было в этом смысле достаточно. А как давно вы на улице? Я на улице 40 лет. Я сам детдом. Понятно. Я родился в доме ребенка, потом за школьный детский дом, школа-интернат, военно-морской флот. Угу. Вот. Ну и потом эти учреждения пошли мне. Вот. И вот там временами и здесь. Ясно. Спасибо вам за то, что поучаствовали в викторине. И вас благодарю. И все ради. Дай Бог вам здоровья. Спасибо и вам. Всего вам доброго. Итого вы ответили правильно на 7 вопросов и получаете приз 2100 рублей. Хотел у вас узнать, на что вы потратите деньги. Первое, кофе из патроны, то есть фломастеры, карандаши, альбомы. Это то, на чем я рисую. А вы сам художник? Как бы вам сказать? Это серьезный и сложный вопрос. В полном смысле слова я не художник. Рисовать я не умею, но умею строить сложные композиции. Узлы,
прекрасно их рисуют, причем художники сами не умеют так рисовать, как я. Я рисую сложные композиции, но в реализме я рисовать не умею. А такой вопрос, а как вы стали вообще бездомным? Жил с последней гражданской женой 9 лет. Так. Жил действительно по-настоящему семейной жизнью. Потом она умирает. Пока она жива была, я хотел разрулить свою комнату. На Соколе там была комната, коммуналка. Угу. Кинули риэлторы на коммуналку, и умирает жена. И он не свободен. Кто? А как давно вы на улице? 16 года. 2 года получается. Понятно. Ну, как вам вообще викторина? Понравилась такая? Понятно. Ну, дай бог вам здоровья, спасибо за участие вам. И вам успехов в вашем деле. Вы ответили правильно на 4 вопроса. Итого получается 1200 рублей. Возьмите. Да, конечно. Нет, я возьму. Вообще, вот скажите мне так. Смысл вашей викторины. Проверка знаний. Я хотел вас спросить, на что вы потратите деньги? Я оставлюсь на сигареты, я курящая, ага. А пенсии я не получаю. Заработка у меня как такового нет. А как вы стали бездомной? Жила. Купили квартиру. Так. Ну как, та квартира, которую мы продавали по квартире, сложились и купили эту. Угу. А вот. Через какое-то промежуток времени я не нашла, что я живу с нормальным человеком. Угу. Я просто от него ушла. Понятно. Мама его попросила меня вернуть. Я говорю, как я вернусь того, кого я не понимаю. Угу. Вот и все. А как давно вы на улице вообще? 3, наверное. 3. Тяжеловато, наверное. Вы вот... Это вообще невозможно. Ну, понятно. Я не знаю, как я тяжела. Понятно. Вы пьющие? Понятно. Ладно. Спасибо вам, что поучаствовали. Благодарю. Всего доброго. Итого вы правильно ответили на 3 вопроса и получаете за них 900 рублей. Спасибо, ребята. На что потратите? Я сейчас пойду куплю поесть на ужин. Поесть на ужин, да? Конечно. А такой вопрос, а как вы стали вот бездомным? Бездомным. Я отбывала срок наказания. Когда я его отбывала, угу. У меня умерла мама. Почему ей неправильно было сообщили? У меня был инсульт в голове. Угу. И ей сообщили, что ваша дочь от инсульта умерла. А я 2 раза в реанимации была. Угу. Потом в свете. И получилось так, что мне делали операцию, у меня была трепанация черепа. О, называется инсульт с разрывом аневризмы. Ага. Ну, я осталась жива, я приехала, а моя мама 4 дня переживала, и на этот день умирает. О-о-о. Младшая сестра взяла квартиру, которую мама переписала на меня. Ага. Взяла и сдала туда квартиранту. А сама вышла замуж. А вас выгнали, да, так получается? А получается, что ну, мне куда-то надо было деваться. Я пошла к себе в Смоленск, я со Смоленска сама, в реабилитационный центр. А в Москве как оказались? Я здесь была в рабочем доме. Нет, вы приехали сюда для чего-то, да? Нет, меня привезли сюда в рабочий дом. Привезли в рабочий дом. Я здесь год отработала в рабочем доме. Мне должны были заплатить, но мне не заплатили. Кинули. Ну, классика жанра, так сказать. А как давно вы вообще на улице? 5 лет как освободилась. 5 лет. Хорошо. Спасибо за то, что поучаствовали в викторине. Всего вам доброго и добра. Спасибо вам. До свидания. Итого вы ответили правильно на 5 вопросов и получаете 1500 рублей. Благодарю. На что, мужики, потратите? Мы потратим покушать. Покушать? Вот это хорошо. Возьмем доширак, вот хлеба, это водички. Вот главное это, без бухла. Нет. Да. Сигарет купим. А как, ребята, казалось, что вы так вот сидите просто? Как так вообще? Ну, это долгая история, очень долго рассказывать. Здесь только ночует. Да. Понятно. Только ночлежь у нас выставляют на ночь, спальное место. А на день, тусующий день, где хочешь.
Ясненько. Щеми да щеми. Ладно, мужики, спасибо вам за то, что поучаствовали. Спасибо вам. Всех благ вам. Спасибо вам. Все.